Всем привет! Сегодня у нас твой обзор, то ли показ, то ли микрообзор. Сегодня пришел телефон Nokia N8, который уже неоднократно ранее получал. Вот. Только уже в другом цвете. Были серебристые, черные, ну, сейчас такой какой-то бирюзовый. Так, здесь у нас чего у нас тут? Email. Код, кому интересно. Вот. Эта модель обладает AMOLED-экраном. Такой. У меня себе рабоченький. Так, сейчас мы проверим инфо нашего телефона. Нет сигнала сотовой сети. Так, что-то тут не то. Фотка. Ага. Это все из-за того, что вытянул тут сим-карту. Так. Сейчас чуть-чуть перезагрузить. Так, ну тут все как обычно. 3.5 разъем. Вон он, дырка. HDMI кабель. Подключать можно. Камеру 25 пикселей. Вспышка, инфракрасный сенсор, или как он там, камера на 12 мегапикселей. Так. Внешне телефон выглядит хорошо. Так, переключим его. У него есть два сенсора, приближение, удаление, камера. Вот здесь еще, по-моему, это сенсор, кажется, освещенности. У него должен быть сенсор освещенности. Кнопка Home. Качельки громкости. Блокировка, разблокировка. Кнопка камеры. Дверная. Вот так, вот он включается. Так. Здесь, значит, сим-карта, флешка. Micro USB. Так. Так. Да. Сейчас так. Водочка. Решетка 4.0. Так, вот информация по телефону. Nokia Bell Refresh. Версия ПО. Версия. Модель N8. Ну все, всем пока.